Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы начнем новое прохождение, и прохождение это будет посвящено Обливиону. Насколько быстро я справлюсь, не знаю, проходил я эту игру раза 4 точно. Последний раз... Я родился 87 лет назад. В 65 лет я властвовал над Тамриэлем. Но сны мои... так и остались неподвластны мне. Я видел врата Обливиона, врата, за которые отказывается заглянуть сознание. Ладно, я тоже видел, но... Так, для предыстории. С серией Elder Scrolls я познакомился, когда мне было около 7 лет. Первая игра серии это был Daggerfall. У нас он назывался как-то совершенно поиначе, но да ладно. Наверняка темный эльф. Потом я поиграл в Morrowind, к сожалению, так и не довелось его пройти. Потом вышел Oblivion. Я прошел его довольно много раз. И, как вы знаете, я большой-большой фанат именно Скайрима. Вот и все. Я играл в арену, пробовал второй раз пройти Morrowind, но, к сожалению, он слишком устарел, поэтому, ну, не получается у меня играть в него. Особо в настройках заморачиваться не буду, вот только, правда, лоб ему надо поменьше сделать. Ну, на самом деле, все персонажи в Обливионе уроды. Но ничего не сделаешь, ничего не сделаешь. Жизнь такая штука. Вот еще причесочку ему какую-нибудь. Угу. Угу. Так, ну да. Имя. Марс у нас отправится в это путешествие. И будет он у нас темным эльфом. Эй, ты там! Ты, сородич! О, как давно я не видел еще одного Даннера. Откуда ты, а? Из Варденфелла. У тебя там осталась жена. Я скажу тебе вот что. Я выхожу отсюда через пару недель. И когда я вернусь в Morrowind, я присмотрю. Ей должно быть так одиноко. Ты ведь волнуешься за нее? Я буду заботиться о ней после твоей смерти. О, это точно. Ты умрешь здесь. Эй, ты слышишь? Стражники идут за тобой. Да, смешной чертяка. Я не помню, как тут расправляться с инвентарем. Почему-то, ну ладно. Паулус, закрой за нами эту дверь. Есть. Мои сыновья. Они мертвы, не так ли? Мы не знаем этого, Ваше Величество. Гонец сказал только, что на них было совершено нападение. Нет, они мертвы. Я знаю это. Что этот заключенный делает здесь? Эта камера должна была оставаться свободной. Какого хрена у меня на пробеле все поднимать? Пардон, поменяй управление. Так, ну, вроде относительно наверное, настроил. Наверное, стража напутала. Я... Ладно, открывай эту дверь. Назад, заключенный! Если ты встанешь у нас на пути, мы убьем тебя без колебаний. Не надо. Никаких признаков. Стой на месте, заключенный. Хорошо, пошли. Мы еще не выбрались из этой передряги. Ты. Я видел тебя. Подойди ближе. Именно тебе. Да знаю я. Сын. Ты сам не знаешь, что происходит. Почему я в тюрьме, никто не знает. Кто вы? Мой император. Ладно, пойду своей дорогой. Пожалуйста, Ваше Величество, мы должны идти дальше.
Давай, давай. Лучше не закрывать ее. С другой стороны, эту дверь открыть невозможно. Похоже, сегодня твой счастливый день. Только не путайся у нас под ногами. Ничего не предпринимай. Я наблюдаю за тобой. Угу. Угу. Хорошо, как? Вот как скажешь, так и будет. Угу. Отойди в сторону, заключенный. Почему? Не хочу. Ничего не предпринимай. Я наблюдаю за тобой. Да ты не можешь на меня напасть. Уже проверено. Береги себя. Капитан мертва. С вами все в порядке, сир? Пока мы в безопасности. Капитан Рено? Она мертва. Ну, с кем не бывает. Да, это оружие мне больше по душе. Как они могли поджидать нас здесь? Я не знаю, но назад возвращаться уже слишком поздно. Не волнуйтесь, ваше величество, мы выведем вас отсюда. А как часто я могу призывать? Можете использовать только один раз в день, хорошо? Они не первые, кто недооценил клинков. Я прикрою тыл. Вперед! Ты остаешься здесь, заключенный. Не пытайся идти за нами. Я все понял. Я вас понял. Ноль проблем вообще. Факел, отмычки, да и лук, пожалуй, тоже заберу. В этих подземельях полно всего прекрасного. О, господи, блять, кто-то бушует там. Тут и. А, шмен. Шмен, это прикольно. Нет. Вот такие вот штанишки. Чё тут, больше ничего тут нет? Темно как в жопе. На самом деле я ничего не вижу, поэтому я осматриваю каждый угол. Чё, пойдем дальше? Постараюсь игру пройти как можно быстрее. О, не попал. Смотри, досадно. Стрелы тут, смотрите-ка. Какая прелесть. Железная понож, кираса. В первую очередь оттолкнуло меня все-таки от того же Моровинда. Это неудобность менюшки. Вот в Обливионе она была крайне удобная. В Скайриме, да после Fallout, это вообще мое почтение было. Thank you.
Еще забыл. Я же еще колдовать умею, ёпта. Зомби-зомби. Сколько мы раз с тобой встречались уже? Последний раз я игру проходил где-то года два, может, больше. Поэтому все мне очень даже знакомо. Так, а как там выставлять все эти приколы на хот-слот? Вот это на единицу. Вот это на двойку. Вот это на тройку, вот это вот на четверку. Постараюсь запомнить. Лук выставлять не буду. Короткие мечи — это как раз таки то, что мне нужно. Нахер. А, кстати, надо проверить уровень сложности, что там. Игра, сложность. Ну, пускай на среднем остается, в принципе. Трогать ее не стоит. Я бы не сказал, что игра особо какая-то сложная или что бы то ни было. Довольно легкая. Плюс, когда раскачаешься, это как в Скайриме, тебя никто убить не может. Вообще, в принципе. Так, немного жратвы. Ох ты, сука. Вы посмотрите. Вы посмотрите на это говно. А, ладно. Прыгнула, да еще и ошеломила. Продам. Ни черта не видно. Вообще. Да. Совсем забыл. В Скайриме абсолютно никакой необходимости нету ими пользоваться. А вот тут порой бывает темно. Так, ясно. Я уже перегружен. Ладно, забери эти сраные ножи. Больше я... подбирать, наверное, ничего не буду. Хотя там же с мага еще посох падает. Его надо будет поднять. Чё, мышка охерела, что ли? В принципе, я знаю один баг, который, с помощью которого, вернее, можно игру пройти за 5 минут, но даже меньше. Но скорее всего я им пользоваться не буду. Во-первых, это богоюз, во-вторых, это читерство, в-третьих, это скучно. Если бы Fallout, ну и Fallout тоже, проходить быстрым путем, то это, ну, еще более-менее интересно. Сталкер проходить более-менее интересно, ну, если пушками, правда, двери не отрывать. Вот. Да тогда еще куда ни шло, но вот. Да возьми все. Ну вот проходить Oblivion при помощи багов. Это как-то так себе, знаете ли.
Я могу его, конечно, показать, если вам интересно, но... Блять. Атомычки. А стрелы, в принципе, тоже возьму. Продам их. К чертовой матери. И мне нахер не нужны. Аллилуйя. Так. Изи-бризи. Что еще? О чем я еще подзабыл? А, ну да. Отправляйся в ад, сука. Так, урон 2. Моего, в принципе, по-моему, такой же урон. Ну да, 0 в 0. Так, а если я часочек подожду? Да, все восстановится, прекрасно. Значит, убираемся отсюда. Должны выбрать место для обороны и защищать императора, пока не прибудет подмога. Здорово, парни. Подмога? Почему ты думаешь, что она прибудет сюда раньше, чем здесь появятся эти ублюдки? Нам нужно... Черт! Опять этот заключенный! Убейте его! Он может работать на этих убийц! Да нет. Нет, не из них он. Он может помочь нам. Он должен помочь нам. Как прикажете, ваше величество. Им не понять, почему я доверяю. Как могу... Ладно. Ну, да, я, в принципе, знаком с девятерыми. Богами, в смысле. Служил я девяти все дни мои. Давай направь меня по какому-нибудь знаку. Я уже, правда, не помню, что они дают. Ученик дает вам прибавку к магии 100 единиц, также повышает уязвимость к ней. Печально. Леди. Постоянную прибавку к воле и выносливости. Неплохо. Постоянную прибавку к магии. Способность вора прибавку к ловкости. Скорости и удачи. Вот это мне подходит, в принципе. Атронах отнимает у вас возможность восстанавливать свою магическую энергию со временем. Вместо этого 50% поглощением заклинаний позволяет пополнять магию. А ваш базовый уровень магии повышается на 50. Вот Атронах. Вряд ли я найду что-то получше. 50% поглощения заклинаний, пиздец. Под знаком лорда Допачи. Так, это неинтересно. Змеи отравления. Невидимость. Постоянную прибавку к скорости неплохо. Я просто думаю, вот Атронаха взять на защиту и магию. Или вот все-таки вора. Башня. Дверь или сундук. Ну, это такое. Силы и выносливости. Ну, давайте, наверное, вора, чтобы как-нибудь баланс был. Просто защита от магии мне тоже очень пригодится. Но вор так вор. Знаки, вор, что читаю попроще. Я, указывают на конец моего пути.
Звезды наши не совпадают. Сегодня вор направит твои шаги по путям судьбы. Окей. Боишься ли ты смерти? Победы или иные свидетельства успеха сейчас не важны. Могу сказать, я жил достойно, и дух мой упокоится легко. Ну, ладно. Человек есть плоть, кровь и разумение. Ему ведом рок, но час неведом. Но в этом я благословлен. Я знаю, когда пробьет мой смертный час. Предстану предначертанным судьбой, затем паду. Нормально. Мою судьбу видел? Сны мои не предвещают мне удачи, указывая лишь на неотвратимость конца. Но ты, в тебе я вижу солнце. Ой, все, давай, завязывай. Ладно, куда идем? Я к гибели. Ладно. Иди. Че тут есть? Ничего нету. Че тут есть? Ничего нету. Пошли. Ну, отворяйте калиточку. Ну, чё вы такие вот это вот? Иди. Идем. От тебя тоже может быть польза. Да, хорошо. Держись поблизости и дай нам выполнять нашу работу. И все будет в порядке. По-любому. Я выполняю приказы императора. Но это не значит, что я доверяю тебе. Не надо мне доверять. Это плохая затея. Ой, какие вы злые. Какие они злобные. Убейте их! Какие злобные петушки. Ага, ты уже их это упокоил, да? Ну, хорошая работа. Молодец. Отмычки. Отмычки — это всегда хорошо. А у вас что есть? Ничего у вас нет. Вы какие-то не очень. Император в опасности! Императора! Согласен. Вперед! Ключа нет. Императору нужна помощь! Зачем? Мара. Глупость какая. Вы же телохранители императора, не я. Я выполняю приказы императора, но это не значит, что я доверяю тебе. Да. Определенно. Стой! Мне это не нравится. Согласен. Нужно осмотреться. Похоже, все чисто. Идем. Мы почти дошли до канализации. Ага. Черт! Эта дверь заперта с другой стороны! Это ловушка! А как насчет бокового прохода? Вон там. Можно попытаться. Пошли! Йоло. Это тупик. Какие будут приказания? Они сзади! Подождите здесь, ваше величество. Жди здесь вместе с императором. Охраняй его даже... Вы думали, мы так легко сдать? Клинрой! Императора! Пусть вечно горят драконы! Идем с нами. Я не могу идти дальше. Давай.
Я двигаться не могу. Ты пожалеешь о том, что слеза... Падла. Ну ладно. Нет. Талос, спаси нас. Мы подвиг... Согласен. Амулет у меня. Сказали идти к Джоффри. Ник. Там тебе... Да, знаю я. Так, давайте свой класс создадим. Ну, естественно, это будет бой. Бой. Естественно, это будет сила. Ловкость. Количество, максимальное количество переносимого груза, запас сил на урон, наносимый оружием в ближнем бою, таких мечи, топоры, дробящее оружие, клинки, рукопашный бой. Так, взлом, скрытность и стрельба. Способность уклоняться и стоять на ногах. Запас сил, урон при стрельбе из лука увеличивает навыки. Взлом, скрытность и стрельба. Скорость. Нет, ну значит сила и скорость. Так. Тут мы выберем, наверное... Атлетику. Взлом. Клинки. Колдовство и легкие доспехи. Дополнительно можно восстановление выбрать. Разрушение. Торговля. Скрытность. Нет. Да либо от чего-то одного отказаться. Сейчас я магия отражающая магия. Мистицизм. Ну вот восстановление нахер убрать, а лучше я возьму мистицизм. Ну и все. Здесь название выбранного класса. Искатель приключений. Да, конечно. Вот, соискатель приключений. Специализация бой, сила, скорость. Да. Да, определенно. Никогда б не догадался. Угу. Как бы то ни было, не думаю, что у тебя будут проблемы с крысами и гоблинами. Да, точно. Тебе следует доставить этот амулет Джоффри. Не мешкай, сразу направляйся в Приорат Вейнон. Ага, я все понял. Хорошо. Давай. Я... Кстати. Удачи. Так. Ну, выдвигаемся тогда. В Приорат Вейнон. Я думаю, за сегодняшнюю серию мы раздобудемся клинок получше. Если я вспомню, где находится эта беда. Скорее всего, вспомню. Там есть небольшая крипта. Булавой махает, сука. Ну, посмотри. Нахер пошел. Говна кусок. Ой, не то. Не то сколдовал. На, вот, получи, говно. Самородок? Ну, давай. Ублюдка был самородок. Вот это вообще. Не, ну я думал, она мертвая. Так, ну вот мы и выбрались. Сука. О, наконец-то. Нет, готов.
Я думаю, в принципе, мне этого должно хватить для прохождения игры. Так. Теперь всякое разное, типа факела, можно убрать. Это сныкать. Так, и давайте-ка сразу же карту откроем. Так, карта вот здесь, а можно мне мировую? Да, спасибо. Так, вот портовый район города, это где-то в этой стороне. По идее, я должен справиться. Так. Ну, естественно, квест на серого лиса. Куда ж без него? Тут у нас пираты обитают. Пираты — это тоже весело и прикольно. Но мне надо куда-то... Забыл, как тут отметку поставить. Ладно, похер. Вплавь. Скорее всего, я иду правильно. Ну да, немножко срезать и... А мы то. Новое сохранение. Ой, это прекрасный мир, правда, графика уже устарела. По полной программе. Как дела? Можешь называть меня Хилот Преступник, потому что я в бега. А, прикольно. Ну, беги, беги, Хилор. Удачного тебе дня. Спасибо. Спасибо, добрый человек. Я сомневаюсь, что ты добрый, но это не важно. Ой, как ты быстро вот это вот выдыхаешься. Быстрее к какому-нибудь берегу. Старый добрый корень Нирна. Так он что-то тут не пищит. Но это ничего. Вот этот камушек. Камень башни. Значит, нам куда-то сюда. Я думаю, стоит сохраниться. Ты кто? Ты сразу на меня нападешь, я понял. Ну, естественно. Так, меховые сапоги, простая одежда. Ну, броню возьму, наверное. Сейчас посмотрим, подойдет ли она мне. Моя дает 3-1. Меховые дают также. Поэтому, наверное, сделаем вот так вот. Ну, оружие, пожалуй, оставлю. Булава. Ну, хера, пускай будет. Что-то оно сразу на меня побежало, это говнистое существо. Ну ладно. Какая разница? Я промазал. Я косой. А, он на опережение стреляет, пидораска. Не переживай, у меня зелье есть. Слабое зелье волшебства. Ах ты, сука.
Давай сюда, робо-мага. Твои призванные мудаки пропали, да? Ну и хорошо. Тогда тут сохранимся. И попробуем пройти эту каверну. Место тут, конечно, прикольное. Блять. Так, ну, под ноги стоит смотреть все-таки. Вот эти вот камушки, конечно, еще можно посбивать, блять. Ладно, стрелами их обычно сбивают. Но что-то как-то как-нибудь в другой раз, наверное. Так, сохранились. И пошли дальше. Вроде там он живет, этот человек или эльф. Вроде эльф. Давайте сейф. Сейчас насытится! Не насытится твоя умбра. Нахер иди. Слишком сильна она пока для меня. Ну ладно. Есть у меня один способ, конечно. Да, загрузить игру. У меня там спылов больше просто нету. Но давай попробуем. Чё? Чем черт не шутит? Вот туда вот вызови эту. Что? Что? Ничего. Умбра. Этим все сказано. Я тебя понял. Умбра. Ладно. Умбра. Япономать, умбра, бля. Сука, мразь. Ладно, хорошо, понял. Умбра. Я тебя понял. Ловите вора! Умбра сейчас насытится! Все, пишем. Нахуй. Пизду иди. А! Давай покончим с этим. Сука. А! Ёбнутые. В смысле, что он не вызывается? У него хпшка вообще не спадает, походу, да? Но есть у меня один способ еще. Способ, конечно, так себе, но... Да ты чё, её так не заковырять.
Умбра. Ёб твою мать. Не-не-не. Умбра. Слушай, что у меня еще такое страшное есть? Вызов скелета. Нет, что-то как-то так себе. А есть у меня там какое-нибудь зельишко специально на восстановление? Ну все, пиздец тебе тогда. Умбра, да? Угу, спасибо. Умбра. Да, ничего так, умбра. Этим все сказано, да? Че там, че там? Бонитовая кираска. И умбра. Вот в тебя бы что-то сложить такое не очень полезное. Чтобы мой перегруз убрать. Но, видимо, не получится. Ну, вот это вот можешь собрать. Луки абсолютно одинаковые. Топоры. Так, ну ладно. Хули, умбра. Так, ну давайте уже и шлем тогда наденем, почему бы и нет. Во имя умбры. Так. Да, что-то я совсем забыл, в какой я броне. Но это все еще возможно. Видите, акробатика повыше. Оп, оп. Умбра. Ёб твою мать. Все, выбираемся отсюда. Броня, конечно, крайне тяжелая. Ничего не поделать. Будем пробиваться. И, кстати, да. Звук. Вот так будет, я думаю, получше. Вот видите, за что я... Вот именно вот за это я не любил Обливиан. Тут херовая анимация. Ой, газ, точно. Идиот. Но зато умбра. Ну вы поняли. Угу. С кем не бывает. Так если я могу призывать скелета, то нахер я вот это вот поставил на ход слот себе этого.
У вас недостаточно магии, целых 47 нужно. Обнаружение жизни под мистицизм. Просеивание. Неплохая штука, но много жрет. Не при моем запасе столько расходовать. От, блять, музыка настраивается плохо. То она слишком тихая, то она слишком громкая. Так, Умбра, да? Что у нас там вообще есть? В принципе, спокойно можно щит и шлем продавать. Вообще не парясь, это хорошие деньги. Но по весу у меня все равно довольно-таки много. Полный дом гостей, блядь. Надеюсь, вам не слышно этих злобных криков. Так, куда двинемся-то? Дворец, конюшни, эльфийские сады. Ну, давайте в торговый. Там продадим всякий хлам. Абсолютно ненужный. Продадим вот броню. Остатки от Умбры. Что такое, гражданин? Чё такое? Ничего. Все хорошо. Так. Броня у нас где-то. Дай монетку инвалиду. У меня нет времени на... Броня не здесь. Пока. Салют. Как дела? Что интересно? Недавно в лесу. Подходи ко мне, сука. Противные мелкие твари. Гнусные твари. Ненавидят. Пока. Сюда зайдем, пообщаемся. Что ты хуй? В смысле? Что я хочу? У меня лучшие товары, самые низкие цены. Я вообще-то торгую тут это, ну ты понял. Вообще на вот, бери. Смотри, сколько всего прикольного. Это больше, чем я плачу об... Ну череп сбирай, я не знаю, зачем я его себе взял. Шкурку медведя. Хорошая цена. Камень душ забери. Вот, короче, все, что ты можешь. Я уважаю. Купить. Давай. Удачного тебе дня. Пока-пока. Ладно. Не-не-не-не-не. Не так. Так. Почти новое. Давай заглянем. Да ё-моё. Уже сам переставил и сам путаюсь. Наркоман. Пожалуйста, рассматривай. Чё, нал? Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Да ты моё говно купи. Давай так. Хоть как-нибудь. Яд. Эль. Мясо крыс. Это больше, чем я плачу обычно. Хамелеон. Да, и хамелеон тоже забери. Думаю, тебе удалось. Ну вот, немножко бабла есть. Я уважаю это. Угу. Счастливо. Ну все, пойдем теперь к кузнецу. И починимся. Если это возможно. Добро конечно. Давай посмотрим, что там у тебя. Чини все. Спасибо большое. Давай займемся делом. Вот у тебя есть хорошие пушки, на самом деле. Вот я бы взял, но у меня уже есть Умбра. Ну, вы поняли, Умбра — это вообще сила.
А я этот, я сложность уровень вернул? Нет, не вернул. Теперь вернул. Прощай. Пока-пока. Боже мой. Да. Что ты хочешь? Здорово, бармен. Постель хочу. У меня есть свободная постель. 20 золотых за ночь. Почему бы и ты нет? Ты хочешь взять ее? Я хочу взять ее. Очень хорошо. Комната находится вверх по лестнице, первая дверь налево. Приятных сновидений. Угу, спасибо. Прощай. Вверх по лестнице, первая дверь налево. А это не считается воровством. Это входит в покупку. Сука, ну там же что-то налито. На буфете нихера. Книжку я вот только читнуть могу. А я не могу дождаться минуты, когда увижу тебя сегодня вечером. Когда увижу тебя сегодня вечером, каждый день я думаю о том, когда мы встретимся снова. Скоро мы будем всегда вместе. Твоя настоящая любовь. Наркоманы, блядь. Ладно, что ж, всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. Сегодня мы начали интересное прохождение. Всем пока, до новых видео.